Нам доподлинно известно, что инициаторами войны с Украиной был Лукашенко и Путин вдвоем. Они разрабатывали эти планы, они хотели завоевать Украину. Лукашенко сам приверженец Советского Союза. Он еще, как только избрался на пост президента Беларуси, он хотел в следующем году баллотироваться на пост президента России и объединить государство, создать СССР 2.0. Он был популярен в тот момент и в России, и в Украине. Поэтому он хотел, чтобы Украина не была европейским государством, а чтобы она была как раз возле Беларуси и России в русском мире, так называемом. Вот. Но не стоит думать так, что он не хочет войны. Он хочет, он бы с удовольствием первый бы приехал в Киев, если Киев был бы захвачен, и руководил бы парадом, и ходил бы там впереди всех.